Добрый день, меня зовут Юлия Журба, психолог, женский консультант. И сегодня я хочу сделать видеоотзыв для Ирины Дельсоль Хмелевской, основательницы клуба «Богатых экспертов». В этом клубе я нахожусь второй год. И вы знаете, я не перестаю удивляться тому и восхищаться тому, как выстроена грамотная система в этом клубе. Благодаря системе маленьких шагов я научилась очень многому, научилась легко снимать видео. И не с 400-й попытки, а где-то с 3-4-й, когда и с 1-й. Вот. Я научилась писать посты, я научилась работать в онлайн. Я научилась вести клиентов в длительной терапии. Я научилась общаться с коллегами разных направлений. Я многому чему научилась, а еще научилась не предавать свои мечты. Когда я пришла в клуб, у меня открылась новая и, можно сказать, несбыточная мечта, которую я даже боялась верить. Но несмотря ни на что, Ирина меня научила верить в свои мечты. Вот. И в прошлом году я ходила по конференциям, я общалась с людьми, которые уже, у которых уже сбылась моя мечта. Это выступление на конференции TED в Америке на иностранном языке, на сцене. Вот. И я еще не знаю английского языка. И тема, возможно, будет немножко другая. Но вот 4 апреля я буду стоять на сцене и уже в качестве приглашенного спикера. То, о чем я в том году безумно мечтала, хотела и верила в то, что это будет. Вот, поэтому что хочу сказать? Я хочу выразить огромную благодарность, сказать спасибо Ирине за вот этот проект. Ну, я люблю называть его, это вот, знаете, творческая канцелярия. Там, где вот в этой благоприятной атмосфере просыпаются таланты у людей. У которых, ну, которые вообще сроду не писали, допустим, да, и не снимали видео, и с техническими тонкостями очень далеки. Вот, и вот... Это вот так легко научить, рассказать, показать, и вкусно рассказать, и легко рассказать. Вы знаете, это вот действительно талант. Вот, поэтому Ирина, ее команда, спасибо вам огромное за то, что вы многому учите. И самое главное, учите не предавать свои мечты. Это так важно, потому что от этого зависит счастье женщины и профессионалов в целом. С вами была Юлия Журба, и до новых встреч.